Всем добрый день! Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы будем запекать в духовке молодой картофель вместе с куриным мясом. Это очень простое и вкусное, к тому же быстрое блюдо. Для данного рецепта нам понадобится, конечно же, молодой картофель, куриное филе или любое другое мясо можно использовать, зелень, у меня это петрушка и лук, несколько зубчиков чеснока, соевый соус, соль и специи. Из специй здесь у меня черный молотый перец и немножко сушеного чеснока, а также понадобится чуть-чуть растительного масла, оливкового или подсолнечного. Берите то, которое у вас есть. Еще нам нужна форма для запекания и фольга. Куриное мясо нам нужно нарезать кусочками любого размера. Нарезайте так, как вам будет удобно кушать. И отправьте его в миску с картофелем. Также мелко нарезать чесночок и тоже отправить картофель. В миску к картофелю и мясу добавляем соль, специи, соевый соус и немножко оливкового масла. Все перемешиваем, можно просто ручками, если вам удобно, или какой-нибудь ложечкой. Теперь все это перекладываем в форму для запекания. Форму нужно закрыть фольгой или сразу взять форму с крышкой и запекать до готовности. А это примерно около часа. Тут смотрите по размеру своего картофеля. У меня картофель запекался около часа, остается лишь посыпать зеленью и можно подавать. Очень классное и удобное блюдо. Спасибо вам за просмотр, приятного вам аппетита и до новых встреч!